Любовь. Она объединяет сердца. Благодаря ей миллионы людей встречаются и создают новые семьи. И наш фильм покажет одну такую красивую пару. Пару, которую объединила любовь. Сегодня мы снова перенесемся в тот солнечный осенний день, когда было много радости и улыбок счастья. Мы снова увидим свадьбу Евгения и Екатерины. Как и любое важное событие начинается с подготовки, так и свадебное утро Екатерины началось именно с этого. Вокруг нее хлопотали стилисты и визажисты. Подруги помогали со свадебным нарядом. Жизнь в доме невесты кипела, приближая радостный миг встречи с будущим супругом. Утро невесты, оно на самом деле только на картинках такое красивое. На самом деле я встала в 6 утра и начала заниматься уборкой квартиры, подготовкой стола к нашим дорогим замечательным гостям. Приняла душ, расслабилась. Потом приехали девочки, которые меня уложили, сделали мне красивую прическу, накрасили. На самом деле я не волновалась в это утро, была очень спокойная. Волноваться я начала только тогда, когда услышала звук машин, когда приехал Женя. Вот тогда я заволновалась в это утро. Очень красивая, энергичная, хорошо готовит, даже сказала бы более не хорошо, а прям пальчики оближешь, очень вкусно, веселая. Она мне не то что дорогая и любимая, она мне является также очень близким другом, вот, с которым я могу поделиться и плохими своими эмоциями, переживаниями, и хорошими, рассказать все, что наболело, грубо говоря. Она меня успокаивает. Приводит в чувство. Лучше девушки в своей жизни я представить не мог до знакомства с Катей. То есть не знал, что такой есть человек. Находясь рядом с ней, я чувствую себя более расслабленным и очень счастливым человеком. Впервые мы с Женей увиделись, когда он пришел на работу оплачивать ко мне квитанции в Сбербанк. Вот. После чего, когда он пару раз приходил оплачивать эти квитанции, я дошла как-то в социальные сети и смотрю, он меня везде добавил. ВКонтакте, в Одноклассниках. Но общение изначально не получилось. Вот. Было просто обычное «Привет, как дела?» Вот. Ну и максимум, чем занимаешься. На этом как бы общение все заканчивалось. Потом как-то однажды
Мне нужна была его консультация, так как он работает в полиции, мне нужна была его консультация. И я просила его помощи, в чем он мне охотно согласился помочь. С того времени, как он мне помог, мы стали с ним очень часто общаться в ВКонтакте, в социальных сетях. Долго переписывались. Но после чего постепенно у нас завязался роман. Вот, соответственно, так вот получилось. У нас случилось такое сегодня торжественное событие. Он к этому, этот роман привел к такому событию. Находимся в парке в Абрамцево. Погода класс. Гуляем на моей свадьбе. Да. Утро. Как утро? Утро? Отлично. Отлично. Вот так вот. Так же, наверное. Погода хорошая, настроение отличное. Все супер. Диан. Близко наша подруга, знакомая. Сколько шампанского будем пить? Будет, и будет на выпито на свадьбе. Вообще. На торжестве. А столько, наверное, нет даже в магазине. Да? Получается, ну. нам придется, наверное, несколько магазинов. Слушайте, как будем жить. Поехали. Аня, вот. Подруга. Аня. Сколько тортик сегодня съешь на свадьбе? И будешь ли ты его запивать шампанским или вином? Все, что дадите, все съем. Моя любимая невеста Екатерина, которую очень люблю, очень сильно. Интервью брать не буду, потому что будем целоваться. А потом был ЗАГС, и когда мы подъехали к ЗАГСу, я поняла всю серьезность сегодняшнего нашего мероприятия. Было очень волнительно, даже немного не понимала, что на самом деле происходит. Зайдя в ЗАГС, я почувствовал волнение, увидел своих близких, знакомых и друзей, услышал торжественную музыку. Thank you.
И я понял, что достаточно сказать слово «да», и Катя станет моей навсегда. Зашла я в ЗАГС с невестой, а вышла я уже женой. Точно, что сделаю все для того, чтобы мы были счастливы. В этот день было много улыбок, поздравлений и подарков. Шампанское лилось реками, а танцы с песнями не умолкали. Но как и любое событие имеет начало и конец, так и этот праздник подошел к концу. А молодая и счастливая пара отправилась строить новую, уже семейную жизнь.